Здравствуйте, уважаемая Америка! Сегодня говорим на чистоту касаемо Фита Моргенштерна. И вот сидит Лил Памп! А, это не Лил Памп, забейте, ребята. Но похлопайте все равно. А, да, Лил Памп. Давай, иди сюда. Расскажи нам про Фит, который ждала вся Америка. Мы про Black Lives Matter забыли даже. Вот дает. Ребят, давайте. Здрасте. Давай. Здравствуйте. Это Россия. Да. Для меня была большая честь записать с Моргенштерном трек спустя 2 года, потому что я за ним следил с Изи Рэпа. Еще с 17 года! Давайте похлопаем! И не забывайте, Gucci Gang был записан под продюсированием Моргенштерна! Молодец, молодец. Очень, ребят. Русский рэп выебал Америку. И я президент. Ухожу, потому что я устал.